Ребята, всем привет! И вы снова на каналчике Веселой Тачки, где мы будем смотреть сегодня новую тачку нашу, которую мы откроем в игрушке Hot Wheels. 27-я карта, и нам для того, чтобы открыть, в общем-то, следующую серию карт звери, нам нужно насобирать 75 звезд. Хух, у нас пока только 55, в общем-то, придется, друзья мои, попотеть немножко. Ну что ж, ребятки, 27-я карта. Так, и мы с вами открываем наш... Мускул, о, какой мускул? Димускул, какой-то помощнее вообще машинка. И давайте мы ей сейчас маленький апгрейд сделаем, чтобы она была намного чувствовала себя на трассе получше. Так, есть у нас апгрейдики, и давайте пробуем 27-ю трассу. Фух, ну погнали, кстати, с нами соревнуется машинка, в которой... Ух ты, боже, что это так было, носом сразу клюнули, интересно. Но все равно соперник понял, что со мной шутки плохи. Так, ох ты, тихо, здесь делаем аккуратненький спуск, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, машинка, не подводи, пожалуйста, давай. Осталось совсем немножко, ну я не знаю, теперь успеем ли мы там бензин подобрать, потому что там все четко, если не ошибаюсь, по времени распределено. Ну ладно, эх, ребята, нет, на горку я теперь здесь не заеду, и кажется, нет, бензина мне не хватит, там нужно перепрыгнуть будет горку, эх. Сейчас мы, наверное, просто в яму вылетим, да, просто в яму. Ну окей. Так, сделаем еще одну попытку. Так, не спеша, а. Тихо. Че сразу за падения такие-то начались? И так не положено. Нужно аккуратненько ездить. Так, давайте еще одну попыточку сделаем. Так, синяя наша полицейская тачка. Давай, не подводи нас. Вот так. Обогнали мы уже соперника. Это хорошо. Вот. Баланс. Главное балансик держать. Так, ну и все, пока отлично, ребят. У нас теперь все шансы доехать. Ух ты, какие, блин, повороты. Вот так. И давай, машинка. Ех ты, щелки-палки, ребяточки. Немножечко не хватило в нашей тачке мощности доехать туда. Эх, кстати, я сейчас не в яму там хоть лечу-то, не? Ребята, прям в яму вылетел. Это плохо. Ну ладно, что-то наша полицейская тачка подводит сегодня нас как-то немножко. Так, вот так, давай, бигейр мы сделали, это хорошо, но нам нужно вообще-то финиша добраться. Бигейр это очень прикольно, но главное финишная линия. Давай, машинка, даже у тебя же мощности там сколько под капотом, там 400 лошадиных сил, и что, не получается заехать, а? Вот это да, не, ребят, наверное, мы же снова здесь не успеем, а, доехать до финиша-то. Да что ж такое-то? Так, тихо, я ж притормаживаю, ты что летишь так? Да, ребят, не получится. Сделаем еще одну попытку. Такс. Да, следующая машинка же 18 тысяч кристаллов. Это что, сколько же там мне денег понадобится, чтобы открыть-то за 18 тысяч кристаллов машину? Ух, ладно. Так, главное вот здесь заехать нормально. Вот, отлично. Это хорошо. Так, давай. Осталось совсем немножечко. Ну что ж ты будешь делать? Ну как так? Ну блин. Ну вообще ужас какой-то, ну. И капец. Это что за машина такая, не понял. Как-то слабоватая. Ну давайте посмотрим. Скорости, в принципе, в оранжевой. Да, скорости побольше, ребят. Я не знаю. Ну давайте попробуем пройти на наши мускул спрайдер что-то. Получится или нет, а то как-то, в общем-то, не заезжает что-то наша машина. Да, это, конечно, мне чуть не сильно понравилось. Вроде синяя спортивная тачка, а мощности что-то как-то вот мне не хватает. Посмотрите, как на оранжевой все круто получилось. И я, кажись, сейчас, ребята... Ой, ты боже, взорвусь, одни колеса остались. Ладно. Мускул спайдер. Может, все-таки давайте попробуем, я не знаю. Может, какую-то ошибочку делал. Ну, посмотрим, где я мог сделать. Я не должен, в принципе, был сделать никакой ошибки. Ну... Так, раз, бросаем наш газ. И тихо. Вот так, давай. Вот так, отлично. И кажется, все получается, ребят. Ух, конечно, соперник уже немножечко тихо, не перелетает и сильно. Ну что ж такое-то, а? Блин, не заедет оно у меня наверх. Эх, ты ж, елки-палки, не заедет. Главное теперь аккуратненько, давай же опускайся. Эх, не хватит мне мощности, просто не хватит. Да что ж такое? Что за машина тут такая? Так, давайте, ребят, наверное, попробуем все-таки на оранжевой, на нашей мускульной машинке. Вот как что-то чувствую на ней, что лучше будет. Как-то поувереннее на ней, она едет у нее, во-первых, что скорость и мощности побольше. И вот как-то на горке она лучше заезжает. Ух ты, просто видели, выпирает просто, выкидывает ее. Ну давай, ладно. Так, тихо, машиночка, тихо, аккуратно, давай.
Блинский, да что ж такое-то? Я немножечко лишнего тормоза дал и, пожалуйста, получил результат. Так, так, тихо-тихо-тихо, ладненько, опускаемся здесь потихоньку и должно все хватить. Должно все тык-впритык хватить. Да что ж такое, перевернуло-то мою шинку родную и вообще взорвалась она. Не успела бензобак это взять, ладно. Фух, практически думал, уже нормально все, и я сделал манюсенечку такую маленькую ошибку, и меня, ребята, просто, фух, перекинуло, не доехал, я перелетел, в общем-то, все по полной. Так, так, тихо. Ох ты, боже ты мой, что было такое-то, а? Видите, ребята, эти повороты страшные, ужасные, ладно. Полет нормальный пока что. Фух, вот это горки, ребят, чем дальше, тем, блин, сложнее. Вообще жесть, что там будет дальше за карты, я просто... Не представляю, это будет мега какие-то крутые гонки, блин. Тихо. Здесь тоже нельзя так сильно оба-на стартовать, потому что, блин, можно вылететь. Так, вот. Главное держать как-то баланс. И давай, машинка, давай немножечко. Ну, тебе просто нужно подгазовать. Эх, да что ж ты будешь делать-то? Ты елки-палки, а, ребят, что такое? Что за такая замороженная карта какая-то? Че ее сложновато пройти? Не могу я как-то залезть, блин. Наверх, можно сказать. Фух, такс. Нужно аккуратно. Давай, вот, аккуратно. Давай, вот так. Молодец. Выпрыгнула. Теперь главное здесь. Ровненько, аккуратненько. Так. Вот так, ну же, давай, перелети. Да перелетишь ты, блинский. Вот, давай. Фух, ребята, есть шансы, спокойненько. Так, спокойненько, без нервов. Так. Вот так, давай, спокойно, летим спокойненько. И да, ребятки, берем и бензобак этот наконец-то. Ну, только не подведи меня. Я в тебе сколько денег вложил. Так, хах, соперник отстает, ребят. Аккуратненько. Боже, я уже позабывал, что здесь делать. Так, надо на эту горку вылететь. Давай. Ух ты, вентиляторы. Так, теперь главное нашим датчикам, ребята, не столкнуться. Ух ты, блин, вот это занос, еще немного, и просто я бы датчиком бы, ребятки, ой-ой-ой-ой, фух, еще немного, и может быть меня как телепнуло бы, взорвалась бы снова наша машинка. Хо-хо-хох, так, пока неплохо. Ух ты, блин, блинский. Да! Есть, ребятки, 3 звезды, это амбелывы был какой-то, 3 звезды. Фух, мы просто с вами профессионалы, ну что ж. Давайте посмотрим следующую карту. Ну, уже попробуем на супермускульной нашей синей машинке. Что там за карта будет? Так, ух ты, блин, блинский. Как-то я резко, в общем-то, пошел. И, блин, теперь отстаю немного. Ладно. Куда ты вылез? Вперед, да? Ох, и соперник, ребят, у нас вылез просто вперед. И думаю, что он крутой. Нет, не тут-то было. Сейчас мы его быстренько догоним. Главное не прозевать. Здесь, в общем-то, дырки, все мосты, которые здесь попадаются. И все препятствия, которые нам... Старается сделать. Ух ты, блин, я перелечу-то хоть. Куда там лететь-то нужно? Ух ты, а где мой соперник, ребят? Вы видели? Я что-то, говорят, честно не видел. Ух ты, нормально, сразу бензин взяли. Давай. Нет. Ну как, ну куда ж ты, ёшкин-кошкин. Давай, делай попытку. Давай, машинка. Вот, мощности у тебя ж хватает. Эх, можешь, когда захочешь, а не прикидываешься. Нам все-таки до финиша добраться-то нужно. Так, аккуратно. Ух ты, блин, ускорение. Круто, люблю вот эти ускорения. Машинки просто вылетают. Ох ты, боже мой, ребята. Сдаем назад. Срочно же, давай. Там я так чувствую финиш. Ну, чувствую финиш. И, ребята, эх, не хватило, я чувствую. Там буквально нам чуть-чуть не хватило до финиша. Ладно, сейчас сделаем попытку номер 2. Ух ты. Ой-ой-ой, опять я сделал эту грубочайшую ошибку, блин. И перелетел просто. Так, давайте мы еще разок начнем, чтобы... Я забыл про этот изначальный, в общем-то, горб, который нам постоянно мешает. Так. Погнало. Вот, так посмотри, я же вроде нормально все делаю. И тут соперник выбрался вперед просто, ребята. Видите, какой хитрый у нас соперник. Думаешь, что он меня обманет. Ну, не тут-то было. Так, а где он? Куда он там выперся? Как вперед-то вылетел-то сильно, а? Давай, дружище, бензин заканчивается. Давай, шнеля. Так, ух ты, блин, а я думал, что я камень этот не зацеплю. На тебе, пожалуйста. Вот тебе, блин, как... Что-то было вообще такой ужас просто какой-то. Давай, машина, еще разочек мы сделаем.
Так, вот так, сразу ускорение, вот так. Вот это, я понимаю, совсем другое дело. Баланс. Главное держать этот баланс, и все у нас получится. Фух. Давай, 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 машинка, давай, давай. Пока неплохо. Вот так, ребят, хотя бы мы перелетели. Если перелетим, это будет круто, да, все отлично. Значит, все идет пока по плану. Главное, бензобак, бензобак, дайте мне этот бензин. Да, ребят, берем этот бензин. Фух, пока нормально. Так, давай, машинка, хватило бы мощностью. Смотри, какой соперник у нас. Чувствует, знает, что делать-то. Так, а вот здесь я, ребята, уже забыл, где мы с вами там. У нас немножко не получилось-то проехать. Я немножко подзабыл. Тихо, 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 машинка, тихо. Куда ж ты поперла-то? Так, тихо, притормаживаем. И давай, 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 давай. Давай, давай, есть, есть, ребятки. Хотя бы мы успели до бензобака доехать. И мы сможем с вами победить. Так. Ой, бензин, да как то, кто? Ох ты ж, боже мой. Фух, что ж такое-то, а? Хм. Ну, давайте возьмем нашу мускульную тачку, ребят. Все-таки она как-то поживее будет. Я думаю. Да, вот как-то мне она больше нравится. Нужно, в общем-то, срочно открывать эту последнюю нашу тачку, ребята. Это мы сделаем с вами в следующем видосе. Потому что, ну, синяя, ну, что-то не хватает. Нет, мощности в оранжевой намного больше. Куда больше просто. Чувствуется, что эта машина, ну, взлетает. Вы посмотрите. Куда налево? Ух ты, блин, а я, кажется, ребят, поймал камень. Ух, точно, точно. Нет, это не годится. Нужно перелетик сделать. Бум-бум-бум, да. Так, ладно, сейчас мы все сделаем по феншую. Давай, 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 давай. Мощности хватает у нашей машинки. Давай, родная, не подкачай нас в этот раз, пожалуйста. Потому что нам нужна победа. Да, синяя машинка нас, конечно, может догнать. Но дать мы ей это не должны. Да елки ты палки. Давай. Фух. Вот так. И не трогаем теперь тормоз. Отлично. Где-то наш соперник там. Вот так вот. Позади. Так, бензобак. Отлично, отлично. Все шансы, ребятки, пройти. Давайте мы, давайте дожмем все-таки эту карту. Нужно ее закончить. Юм. Так, что там дальше у нас? Я забыл. Эх, 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 эх. Давай, давай, давай. Отлично. Фу, зацепило ускорение, потому что сейчас бы, ребят, просто вылетел бы в яму куда-то. Ага, соперник понял, что нужно сдать назад, а я воспользовался этим моментом. И давай, 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 машиночка, давай, родная, не подкачай, пожалуйста. Фух, делаем ускорение. Я забыл, забыл, ребята, едем просто-напросто вперед. Ну же, ну же, ну же, ну же, давай, 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 давай. Только не передом, ребятки, ну вы видели, что ж такое-то, а? Я думал, что все сейчас, вуаля, и на тебе, блин, хватило, не хватило там буквально пару секундочек, эх. Так, что-то сделал ошибочку маленькую. Сейчас, ребятки, прошу прощения. Я думал, мы уже прошли, в принципе, с вами. Ну, вы видели, это какой-то закон подлости, что ли. Фух, немножечко не хватило нам. Буквально вообще там капельку бензина. Где-то, в общем-то, я не додал. И, пожалуйста, результат был, ну, как-то не сильно радующий. Ну, ладно. Сделаем дубль 2. Сделаем дубль 2. Вот это полет. Вот это полет, я понимаю. Машинки нормально вроде приземлились, и главное аккуратненько ехать теперь. Так, горка. Ух ты, как круто, мы, ребят, вообще вписывались так в этот склон и перелетели плавно. Должно быть, сейчас все получится. Так, давай, 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 душ, вот так. Да блин, как этот соперник наш-то выперся вперед, а? Хах, давай. Давай, 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 бензин, 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 мне надо срочно этот бензин. Или где? Нет, бензин, скорее всего, у нас будет там где-то. Давай, машинка, отлично. И осталось совсем немножко. Ну давай, поднажми, поднажми же. Осталось совсем немножко. Тихо, держим баланс. Ребята. Да. Финиш. Есть. Это победа. 2 звезды мы забрали с вами. Открыли 29-ю карту, ребята. Хух. Ну что ж, друзья мои. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Давайте наберем 500 лайков на этой машинке, ребятки. На этом видосе. Ставьте пальчики вверх, мы с вами откроем следующие гонки. Вот эту вот Роджер Доджер. И погоняем на ней, ребята. Она на самом деле самая мощная тачка. Вы не забывайте, подписывайтесь на мой крутой игровой каналчик. Всем до новых встреч. Пока-пока.